Всем привет! И в этом видео я бы вам хотел показать, как я модернизировал снасть убийцы карася. То есть классическая снасть убийцы карася выглядит: три кормушечки, на конце грузик. Каждой кормушечке вяжется поводок с крючком. То есть не буду я сейчас вязать, просто вот так вот схематично покажу. То есть груз, кормушки. На этих кормушках должны быть поводочки с крючком. И вот этот край крепится к основной леске. Сразу я от грузика вот от этого отказался. Начал использовать кормушку с грузом, чтобы уменьшить длину самой снасти. То есть вот такая вот она получается снасть у нас. Здесь вот кормушку я делал специально для снасти убийцы карася. Она вот с такими вот ушками. За них я креплю поводки с крючками. В этих кормушках я креплю поводки с крючками вот за эти тоже ушки. Это в том случае, если используем не скользящие кормушки. Начал я со временем одевать вот такие вот коктейльные палочки между кормушками, так сказать, антизакручиватели, чтобы кормушки между собой меньше путались во время заброса и во время вывожения рыбы. То есть вот такая вот, этот край вот вяжется к основной леске. Вот такая вот получается снасть. Вот. Но если использовать скользящие кормушки, также сразу берем кормушку с грузом. Вот такая вот она. Делал ее сам. Груз выливал, вернее, сам. А это сама кормушечку я брал из снасти убийцы толстолоба. Потому что я их не использую. Использую там технопланктон. И берем отрезочек от провода электрического. Саму обмотку, провод вынимаем. Саму обмотку используем. Вставляем ее в нашу кормушку. Фиксируем клеем. Затем одеваем кормушку поменьше. Также на эту обмоточку. Сама суть снасти убийцы карася, как бы, на самом дальнем краю надо использовать самую тяжелую кормушку, груз, чтобы во время заброса первым летела вот эта последняя кормушечка. То есть, чтобы, когда мы забрасываем, не эта кормушка у нас вперед улетала, а чтобы вот эта кормушка летела и не путалась снасть. Также фиксируем эту на клей, допустим, вот эту кормушечку. И вяжем уже сюда поводочки. Вот такая снасть, мне кажется, будет лучше всего. Она и не будет путаться. Можно, естественно, еще одну кормушечку сюда одеть. Но сейчас я этого делать не буду. Потом продеваем вот в эту обмоточку кусок плетеночки. Вот таким вот образом. На этом конце вяжем бусинку, чтобы кормушка, наша снасть, не соскользнула. И с этой стороны вяжем петельку. Все это дело крепится к основной леске. Вот такая вот получается снасть. Мне кажется, она намного будет эффективнее, чем все остальные варианты. И путаться будет гораздо меньше. Также можно использовать вот вместо этой последней кормушечки. Сейчас я это все дело сниму. Вот такую пробочку. Тоже вот такая вот у меня снасть пробка. Крючочки. Это я просто их фиксирую, чтобы они не путались. Вот он с двумя крючками. Делал сам эту снасть. Где-то видео, по-моему, есть у меня про эту пробочку. Также, то есть, на конце будет пробка. Одеваем сюда вот этот, так сказать, антизакручиватель. И ставим
кормушечки. Вот так вот можно модернизировать тоже снасть убитую с карася. А будет, я думаю, тоже довольно-таки уловисто. Но сюда надо ставить, естественно, скользящую кормушечку, чтобы ее можно было одеть на наш антизакручиватель. Здесь делаем петелечку и привязываем к основной леске. Вот так вот я модернизировал снасть. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!